Хрена записываю же я сегодня. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа, Fallout Shelter. Продолжаем проходить. Так, у нас тут уже некоторые готовы рожать, да? Брайан Моргана. Не двойню, странно, а что ты работать не могла? Ну, я помню, где ты должна работать. Так. Давайте... Кого? Тебя сюда. И тебя, родная моя, вот сюда. Может, короче, медпаки делать нам. Ну, показывай, что принес. Ничего не принес же. Точно, ничего не принес. Ну ничего, сейчас отправишься опять добывать. Открываем, разблокируем. 24 жителя необходимо. У нас 22. По-моему, там еще один чувак должен прийти. Так, сколько у нас медпаков? 9. Ну-ка давай-ка поднажми. Еще поднажми. Красава. Пускай затушат пока, я направлю их сразу же на миссию какую-нибудь. Смотрите, что у вас там ничего не взорвалось еще. Так, собственно говоря, на вылазку. Куда пойдем? Сюда? Не понял, а что это так? Почему я никого не могу направить на вылазку? Они типа устали или что? Слушай, уж так. А тут там гули. Давайте сразу начнем. На этот раз мы им навыдавали медпаков. И не придется их возвращать так быстро, как в прошлый раз. Ну что, погнали? А вот и наши гули. Ну что, я вернулся? Давайте я вас верю. Ну, с гулями это сложно. Отлично, всех завалили. Правда, медпрепараты, эти медпаки летят просто как дети в школу. Здесь больше гулей не будет таких.
сюда. Ах! Ну, тоже неплохо. Угу. Так, отлично. Ветхолад, то, что надо. Этот, кстати, костюм такой же, да, как у тебя. Ну, в принципе, сойдет. То есть, по-моему, здесь что-то светилось. Нет? Хотя таракан не светился. Отлично, медпак. Чуть не пропустили. Угу. Куда пойдем? Наверх или на низ? Давайте наверх. Лупить этого босса. Почаще бы такое вылетало, а? Крит. Какое-то вельтено. Ну погнали в бок. Опять тараканы эти. Это лучше, чем гули. Так, давайте это заберем. И пойдем сюда зайдем. Что-то много у вас лифтов. Это вообще не в тему размещено. Ёп! Твою. Договорился. Держись, девочка моя, держись. Проклятые гули. Дорогого стоит. Ну, с тараканами мы сейчас на изи. Угу, сюда. Почти попал. Надо как-то, знаете, чтобы... Когда он еще большой, чтобы он успел сузиться, что ли. А то, нажимая на маленьком, он в это время уже становится большим. Прицел вот. Может, пистолет помощнее окажется, нет? Нифига, слабее. Угу. В принципе, тоже тема полезна против гулей. Кто бы сомневался. Что ж тут таракан еще не заражает радиацией? Ну это явно не мощнее твоего. Да, такое 0.3. Фиговенький. Да ладно, ничего нету. Ну окей, пошли дальше. Акти мух. Пропала Пола Планкин.
Чего он несет? А, пропало поло. Это кто-то пропал. А, ну там же радиосообщение было. Да. А ты здесь остаешься, чувак? Так, ну это явно не то, что мы искали. Пойдем дальше. Не-не-не, дальше. Так. Сюда. Ну, опять нарвался. Ну, что ж такое? Что за карма у меня такая? Ох, отлично. Ну что, может, когда-нибудь получится у меня. Собираем. Медпак. Медпак это всегда хорошо. Да, пока, наверное, хилить не буду вас. Да ладно, и ни тараканов, ничего. Странно. Сюда топайте. Нам еще низ обследовать надо. Бейте вы этих тараканов уже. Ну, почти попал. Поспешил немного. Ничего, пойдешь в убежище, примешь. Да, надо будет качать на такие вылазки людей. Серьезно так качать. На выносливость, на ловкость. Последнего таракашу. Давайте уже растопчите как-нибудь. Да, немного лута. Но это уж лучше, чем ничего. Что-то мне кажется, здесь босс. Либо в последней комнате будет. Если по хп у вас все нормально, лечить пока не стоит никого. Ну, еще одну колу. Как раз, знаете ли, добраться туда-обратно. Не, здесь просто гули. Лечись, родная. Где там за полкой прилег? Че ж тебя так гули любят? Ай! Неплохо. Ну, тоже неплохо. Двухкратный урон. И тут мы уже так, знаете, половчее. Ради перчатки. Ну все, я думаю, можно покидать.
Давайте к этому молодому забежим. Может, что-то еще скажет нам. Где вы там? Бежите. Эй, народ! Вот вы где. Не-не-не, давайте сюда. Ничего он нам не скажет. Давайте вернемся в убежище. Неплохо все складывается. Я даже сохранюсь.